Голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнению у Конституцию Украины завершено. Участковые комиссии в этой хвилине завершают подлик голосов. Юлия Устинова сочила за отказной процедурой и готова рассказать, как это отбывалось. Выборчий участок номер 36 у Витебском державном медицинском университете. Опошние хвилины до завершения голосования. Основная частка выборщиков уже отдала свои голосы. Галина пришла принять удел в голосовании за 15 хвилин до закрытия участка. И, до речи, была не опошней. Задержалась, потому что ездила к отцу в Полосок, он у меня старенький там. Вот. А голосовать, я думаю, просто, что важно, что это ответственность. Я очень спешила, надеялась успеть, все у меня получилось. Я думаю, что все будет хорошо. На 36-м участку у списка голосующих унесено 1810 человек. 53,6% из них проголосовали детерминово. У першиню примали удел у голосования тут 10 человек, проголосовали дома 95. За ходом голосования у весь час сочили назиральники, у тым лику от СНД. Мы выезжали в город Полоцк, там повстречались с председателем избирательной комиссии, там мы посетили три избирательных участка, посмотрели, как работают комиссии, как происходит голосование избирателей. Надо сказать, что мы оценим работу комиссии как профессиональную, мы не заметили никаких нарушений. Ну, с учетом того, что я являюсь председателем избирательной комиссии Псковской области, то я оцениваю это не как наблюдатель, наверное, больше, а как профессионал, который смотрит, каким образом, в принципе, происходит работа на избирательном участке. Мы за два дня посетили почти 20 участков в Витебске и Витебской области. В том числе мы сегодня выезжали в Оршу, несколько населенных пунктов Оршинского района. Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить Центральную избирательную комиссию Беларуси, потому что очень профессионально подготовлена работа именно участковых комиссий, наблюдатели везде присутствуют, обеспечены там, где необходимо, средствами защиты. То есть все сделано грамотно и хорошо. Ровно в 20 годин двери выборчего участка зачиняют. Голосование завершено. Начинается важная работа участковой комиссии. Спочатку подлишивают невыкористанные бюллетени. Их гасят и запечатывают. Затем зверяют огульную колькость унесенных у списы и колькость тех, кто проголосовал. Далее – скрыни. Их несколько. Особная для детерминового голосования, для голосования на дому и головные – те, что заполнялись у основный день. Нагадаю, у Витебской области 43,6% унесенных у списы проголосовали детерминово. И у основный день референдума жыхары полночного региона продемонстрировали высокую активность. Юлия Устинова, Станислав Дудин, новини Витебск.